Руководство Чечни хочет обсудить на федеральном уровне вопрос установления административной границы с Ингушетией. В Грозном утверждают, некоторые чиновники соседней республики захватывают в Чечне новые земли. По словам Рамзана Кадырова, ему известны факты официальных обращений ингушских властей в Москву. При этом он отмечает, если два субъекта федерации разошлись, то между ними должна быть четкая граница. Он утверждает, что руководство Ингушетии вторгается на территорию Чечни на основании неких договоров с Джохаром Дудаевым. На этом фоне Кадыров подчеркнул, цитирую, «Если кто-то не понимает человеческого языка, то мы шутить не позволим». Конец цитаты. Мы их